Здравствуйте, дорогие подписчики! Всех вас с наступившим Новым годом! Хочу показать обзор орхидей, которые расцвели новогоднюю ночь. Они пустили все бутоны, мы поехали в Карпаты, а когда приехали, увидела, как они распустились. Все одновременно. Вот камбрия, посмотрите, какая прелестная. А, этот дендробиум 5 лет не цвел. Наконец-то он расцвел, пустил свои новые отросточки. Вот много бутонов. И, наконец-то, расцвел своей красотой. Эта орхидеечка вот пустила бутончики. А камбрия вообще идеально расцвела. Она еще и пахнет. Восковая. Фиалочки цветут. Вот эта орхидейка, эти бутоны. Дикий кот цветет. Я вам показывала этого дикого кота. Я его посадила в непрозрачный горшочек. И он продолжает свое цветение. Набирает новые бутончики. И цветет. Пойдем дальше. Фиалки. Какая огромнейшая фиалка красивая. А этот цветок уже много-много лет. Он уже в потолок убирался. Обрезали его, и он все равно растет. Растет. Как он называется, я не знаю. Он колючий, красивый. На конце вот такие молоденькие отросточки пускает. Фиалочка цветет неплохо. Вот какая огромная фиалка. А вот какая орхидея у меня распустилась. Прекрасная орхидея. Новые бутончики пускают. Корни у нее в отличном состоянии. Очень красивый цветок. Цвет изумительный. Новогоднюю ночь порадовал бы меня. Но мы уехали в Карпаты. Приехали, а цветочки распустились все одновременно. Здесь в уголочке у меня стоят вечно цветущие орхидеи. Это искусственные орхидеи, но они сделаны очень качественно. Они как настоящие. Посмотрите, какая красота. Искусственные орхидеи не вянут, не пропадают, не боятся перелива, недолива. И могут стоять в темном месте. Посмотрите, как красиво. И также искусственные тюльпаны стоят постоянно. Одни мягенькие, как лепесточки сделаны разных цветов. Посмотрите, какая красота. Живые цветы. Здесь орхидеи тоже начинают бутонизацию свою. Пускают кучу бутонов. И очень хорошо себя чувствуют. Стоят они на окошке. Сейчас покажу, как это расцвела орхидея. Ох, какая красота! И вот эта орхидейка стоит. Вот бутончики пускает. Гидрогель стоит. И вот орхидейка посажена в корзиночку. Две орхидеи. Пустила бутончик, с этой стороны красивейший цветочек. Я перешла в другую комнату. Посмотрите, пожалуйста, какие здесь у меня орхидейки расцвели. Смотрите, какие восковые красивые цветы. Бутонов очень много. Этот еще не распустился. Вот какой замечательный Сакраменто. Посмотрите, какая красивая орхидейка. Она нежно-розовая, с очень красивым цветом губы. Распустился только первый цветочек, но очень красивым, как сахарный. Камера, может быть, не совсем передает цвет. Ну, изумительно красиво. А эту орхидейку я не хотела снимать. Я хотела, чтобы они
полностью распустились все лепесточки, цветочки. Посмотрите, какая красота, какой огромный цветок белоснежный с большой губой. Здесь распустилось, сейчас посчитаю, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 еще будет вот всего, если 14 распустится, какая будет красота. Пока распустилось только 8 цветочков. Смотрите, какая красивая гроздь получилась. Бутоны какие красивучие. Это домашнее цветение. Я уезжала в Карпаты. Она вся была в бутонах. А сейчас, когда я вернулась, я увидела такую красоту. В общем, все цветочки меня очень радуют. Чармер, Сакраменто. Вот даже башмачок какой красивый. Все хорошо себя чувствуют. И вот орхидеечка расцвела. Как эту зовут, я не знаю. Это мультифлора. Она как разукрашенная прям полосочками чернильного цвета. Очень красивая. Очень замечательная орхидейка. Башмачок себя чувствует здесь прекрасно. Цветет он уже давно. Я уезжала, он цвел. Где-то в ноябре начал цвести. А сейчас уже январь, середина. А здесь у меня стоит в вазочке. Я обрезала цветонос от королевской белой орхидейки. И посмотрите, как она пускает этот цветонос. Начал развиваться. Вот новые почки начали продолжать свой рост. И пускает дальше цветы. Интересно, что будет дальше. Я, может быть, дождусь все-таки детку. Здесь я взяла бутылку вот такую. На дно чуть-чуть налила воды и бросила активированный уголь. И вот так эти два цветоносика у меня стоят в дополнительной стеклянной вазочке. И посмотрите, как они пускают, развивают свои почки. Здесь они начали пускать почки. Я прищипнула, думала, начнет пускать детку, но нет. Она просто остановила свой рост и начала в другом месте выпускать цветонос дальше. Вот этот вот цветоносик, видите, какой длинненький вырос с почки. И там почка внизу, и вот какой он длинный вырос. Вот это тоже одна почка была, здесь ничего не было. Вот видите, какой длинный, я его не трогаю. И вот новый. А те, что я прищипнула вот здесь и вот здесь, они не продолжили свой рост. Я хотела детку, но у меня не получилось. Эти цветоносы я прищипывать не буду, дождусь, что будет дальше. И посмотрим, что получится. А если кто знает, как зовут эту мою красавицу мультифлору, пожалуйста, напишите мне ее название. Она очень красивая. Она тоже, когда я уезжала, была в бутонах, приехала, распустилась. Я даже не видела, как она набирала. Не, ну видела вот эти бутончики, а как они открывались, в сам момент, ну, интересно было посмотреть. Тоже красивая очень. На бабочку она не похожа, но тут какая-то прищипочка небольшая. Если бы она была бабочкой, еще было бы красивее. А это у меня здесь фиалочки растут в таких горшочках умных, которые водички внизу наливаешь и следишь за вот этим. Про фиалочки поговорю отдельно, я буду их пересаживать. Это очень крупная фиалочка. Посмотрите, какой размер фиалочки. До 5-6 сантиметров.
Это тоже, но она не зацвела. Вот она чувствует себя хорошо, но о фиалочках потом. Здесь мои орхидеи стоят на окошке. Вот тоже все в бутонах абсолютно. Вот каода пустила бутон. Вот сюда она такой длинный пустила, вот сюда в бок. Ну, когда расцветет, будет очень интересно. Вот цветонос пустила очень большой. В общем, я жду этого цветения с нетерпением. Мне интересно, когда они все откроются. Я сниму вам видеоролик. Здесь они у меня стоят в поддоне прозрачном. И здесь у меня 6 горшочков. Я поливаю их одновременно. Наливаю в этот поддон столько воды, они попили. И так они все вместе стоят на этом окошечке. Корневая у них хорошая. Чувствуют они себя неплохо. Здесь у меня котлея. Это была реанимашка. 3 котлея я посадила в один горшок. Это старые бульбы. Вот. И я жду. Вот эта молодая бульбочка развилась. Вот новая вышла. Вот молодая бульбочка. Вот скоро буду пересаживать, так как они упираются уже в стенки горшочка. Вот молодая бульбочка. Продолжает свой ростик. А старые бульбы постепенно вот отмирают. Вот, посмотрите, пожалуйста. Я их пока не обрезаю. Молодые наращивают. Затем попозже обрежу их. Так порадовали меня мои орхидеи после того, как я приехала из Карпат. Своими бутонами. Эти вообще выпустили. Эти просто открылись. Очень приятно это видеть. И любоваться этим прекрасным зрелищем, когда орхидейки радуют своих хозяев своей прекрасной красотой. Посмотрите, какая красивая орхидея. Какая она загадочная. Губа очень большая, это биглип. У нее тоже название есть. На горшочке не написано. Такая плотная на ощупь. Такой большой, мощный цветонос. Сама орхидейка тоже неплохая стоит. Здесь она в горшочке у меня с дырочками. Классическая система. И внизу ведерко от мороженого и внизу водичка. Я немного наливаю воды сюда. Орхидейка пьет, сколько ей нужно. И вода остается, испаряется. Эту также само двойной горшочек я наливаю в поддончик воды. Вот столько. Они у меня пьют и стоят. Им все нравится. Видите, какая мощный стволик нарастила. Сколько корней нарастила. В общем, им у меня хорошо, прекрасно. Все орхидеи я также ухаживаю за ними. А башмачок? Башмачок я поливаю сверху. Тоже двойной горшочек. Внизу постоянно вода. Ну, она испаряется, и он хорошо себя чувствует. Вот так живут мои орхидеи. И радует меня своей красотой. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь вместе со мной. Ждите новых видео. До свидания.